Здравствуйте всем! Данное видео я записываю в качестве ответа на вопрос, который был задан на форуме 4PDA. Я боюсь неправильно назвать никнейм человека, но, по-моему, читается Компотик. Если не прав, прошу прощения. Значит, вопрос был очень интересный. Касается он колонок GBL Chart 4. Суть такова. Человек спросил, возможно ли подключить две колонки GBL Chart 4 по технологии Connect Plus к телевизору. Подключить колонки, соответственно, тоже по Bluetooth. То есть не по проводу, а к телевизору подключение тоже через Bluetooth. И самое главное, не просто подключить, а так, чтобы колонки работали в стереорежиме. И в целом, ответ я вам сразу говорю, да, это возможно. У меня почему-то не с первого раза подключилось, не с первого раза заработало, но повторно, второй, третий, четвертый раз я включал, все нормально, все функционирует. И сразу же, забегая вперед, скажу, что несмотря на то, что подключиться так возможно, большая, очень большая задержка, когда воспроизводится видео. Допустим, слушать музыку можно, проблемы здесь нет. Но когда мы будем смотреть видео или же будем смотреть фильм, то картинка будет идти вперед, а звук очень и очень сильно отставать. Когда мы включаем Connect Plus между колонками JBL Chart 4, то очень большое отставание идет. Если просто одна колонка играет по Bluetooth, то отставание меньше. Но все равно оно тоже присутствует. На мой взгляд, в принципе, эти колонки не очень хорошо подходят для того, чтобы их использовать при подключении к телевизору. Ну и давайте вернемся к вопросу подключения в режиме стерео. Дело в том, что когда мы подключаемся просто по Connect Plus между колонками JBL Chart 4, то они включаются в режиме Party Mode, ну или по-русски называют их режим вечеринки. Эти две колонки, они просто играют абсолютно одинаковые звуки, не разделяя на левый и на правый канал. То есть, что играет одна колонка, что вторая, что третья, что четвертая. Никакого стерео в данном случае не будет. И чтобы нам получить стерео звучание, нужно зайти в фирменное приложение JBL Connect. JBL Connect же оно называется. В общем, приложение от JBL и включить режим стерео. Только после этого колонки разделяются на левую и на правую, и тогда мы можем получить уже более красивое звучание. Ну и давайте я покажу, как эту процедуру сделать. Значит, сперва нам нужно просто включить колонки к телевизору. Кстати, да, телевизора у меня нет. У меня есть только лишь, точнее, телевизор, неправильно сказал, телевизор у меня есть, но в телевизоре у меня нет Bluetooth. Поэтому в качестве телевизора у нас сегодня поработает iPad. Я думаю, что функционально это будет равносильно и равнозначно, разницы никакой нету, что к какому-то устройству я подключусь по Bluetooth, что в данном случае был бы телевизор с функцией Bluetooth. Поэтому не суть. Значит, условно, включаем мы сейчас наши колонки. К условному телевизору по Bluetooth пока что не подключаемся, а подключаемся по Bluetooth либо с планшета, либо с вашего смартфона к одной из колонки или к любой из колонок. Тут разницы нету. Значит, заходим в Bluetooth и смотрю. Но у меня сейчас подключились обе колонки, но в принципе это не суть. Для частоты эксперимента я сейчас от одной из них отключусь, потому что нам достаточно, чтобы была подключена одна колонка. На вторую колонку будет звук передаваться уже по технологии Connect Plus. Значит, колонка, одна из колонок, подключена к смартфону. После чего на смартфоне я запускаю приложение JBL Connect. Приложение запустилось и колонку определило. Нажимаю Connect Plus на одной и на второй колонке. Приложение определило обе мои колонки. Причем они у меня сейчас с разными версиями прошивок. Все нормально, все равно работает. Обе колонки у нас определились. После этого перевожу колонки в режим стерео. Нажал и активировалась функция. И после этих действий, только после этих действий, мы с вами подключаемся к нашему телевизору, так сказать. Значит, подключаюсь к той же самой колонке, к которой у меня сейчас подключен смартфон. Подключение произошло. И теперь давайте с вами удостоверимся, что у нас звук действительно включился в стереорежиме. Так, открываем в данном случае YouTube. Здесь есть вот такая вещь для проверки левого-правого канала.
Да, когда колонки подключены по Bluetooth, Wi-Fi на устройствах начинает ужасно тормозить. По крайней мере, у меня так. Я не знаю, у вас так же или нет, но Wi-Fi становится просто невероятным. Ну вы, я надеюсь, и так услышали. Из правой колонки звучит то, что должно быть с правой стороны справа канала звучать. Из левой колонки звучит то, что должно звучать в левом канале. Стерео у нас заработало и функционирует. Это здорово, это уже хорошая новость. Но теперь давайте посмотрим, какова задержка при этом воспроизведении. Значит, сейчас будет тест. Звук, щелчок должен... Щелчок должен происходить в тот момент, когда шарик касается платформы. А то, когда мы слышим щелчок, соответственно, показывает нам, какова задержка. Как видите, щелчок должен быть вот... Но он очень-очень сильно отстает. Этот тест показывает нам огромнейшую просто задержку. Ну и давайте посмотрим, как это выглядит, когда воспроизводится просто видео. Достаточно массивные пассивные излучатели, которые, собственно, и дают нам расширение низкочастотного диапазона. Ну и в целом, сама по себе колонка JBL, в общем-то, известная и популярная, как она может оказаться хуже, чем какая-то малоизвестная. Да к тому же еще и стоимость на тот момент у Chart 4 была в полтора раза больше, чем у SoundCloud. Я надеюсь, этого было вам достаточно для того, чтобы услышать, что задержка просто невероятная. И в таком варианте смотреть видео как-то... По мне так не очень. Поэтому вот ответ на вопрос. Да, подключиться возможно. Стерео работает. Все замечательно. Но задержка очень и очень большая. Звук сильно отстает от видеоряда. Поэтому вот, я надеюсь, что кому-то данное видео еще будет полезно. Наверняка такие вопросы возникают еще у кого-нибудь. Ну и, кстати, да, в самом начале я сказал, что, мне кажется, колонки JBL Chart 4 слабо подходят для того, чтобы использовать их с телевизором. И вроде как колонка Soundcore Motion Plus с этой задачей справляется лучше. По крайней мере, у нас в ветке отмечали, что эту колонку тоже подключали в стереорежиме к телевизору. Но, если мне память не изменяет, то к ведущей колонке подключали все-таки, по-моему, по проводу. А уже по технологии беспроводного связывания передавался звук на другую колонку, если я правильно помню. Может быть, конечно, ошибаюсь, но в любом случае... Мы сейчас говорили про JBL Chart 4, я вам показал, насколько это плохо. Вот так вот скажем. Поэтому я лично рекомендую для телевизора использовать полноценную акустику, и звучание будет лучше, и полноценнее, и ощущение будет совершенно другое, задержки не будет. Но правда, опять же, я говорю про проводное соединение. По поводу Bluetooth, знаю, есть дорогие трансмиттеры, которые... имеют очень низкую задержку, и к ним уже подключается акустика, но опять же там с использованием проводов и так далее. В общем, такой сложный достаточно вопрос. На данный момент мы говорили с вами только лишь об JBL Chart 4, и на этом пора завершать. Так что до новых встреч, всем пока!